открылась у нас яма. И здесь посмотрите, вот, по-моему, вот в эти статуи. Да, берем секретное здоровье. Все, прыгаем. И это будет конец уровня. Подведем итоги. Секретов мы набрали 8 из 12. И плюс, если приплюсовать ту статую, 9 получается. Остальные не знаю, где секреты. Вот какие знал, я нашел такие секреты. Убийств 203, 207. Ну, почти всех. Это показатель очень достойный. Во времени мы уложились. Грубо говоря, полчаса играли. Ну вот и все. На следующий раз мы оставим миссию Титиуакан. Яма. То есть вот сейчас мы прыгнули. Это мы прыгнули в эту яму зловещую. Что в ней будет, мы узнаем в следующий раз. Наше время подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем привет, доброго здоровья, с вами Кепи, мы продолжаем прохождение крутого Сэма «Второе пришествие». Пришло время вышибать мозги, мы находимся на уровне Теотиокам Яма, и уже с самого начала нас ебашут эти зловещие рыбки, которых я не люблю. Хочу отметить, что это третья попытка записи этого уровня. У меня то без микрофона записалось. Бывает такое там. Второй раз у меня там вообще что-то ошибки какие-то были. Ну, надеюсь, в этот раз будет все нормально. Так, ой. Все, водные процедуры как закончили. Движемся дальше. Так, сейчас мы вот здесь вот. Так. Привет. Мои дорогие. Опс. Лягушечки. А, ну тут это. Берешь вот эту броню. Или появляется... хреновые лягушечки. Все, хватит. Не надо больше, не надо. Упс. Так, первый секрет находится вот здесь. Это секретное здоровье. Я, кстати... когда записывал первые два раза, я его не брал, этот секрет. Я про него немного забыл. Так. И самое было фиговое, то что когда этот уровень прошел, второй раз, когда проходил, второе, то есть попытка, у меня, смотрю, нету это записи. Ну, в смысле микрофона, без голоса записалось. Так, ловушечки. Ловушечки, я не люблю ловушечки. Такие лягушки сейчас будут. Так, не хочу быть под прессом находиться. Вот, и это, был так тупо, думаю, блин, нету голоса, как же так-то? Я просто, почему нет голоса, а записывал через другой микрофон. Через не основной, а там... дополнительный микрофон записываю. Второй. Вот, а там надо было какие настройки просто поменять. А я... ну, забыл. Аплодисменты! За прохождение. Вот. Я не поменял настройки. Микрофон. Поэтому у меня не записалось. Без голоса. Ну, ладно. Я думал оставить так. Думаю, блин, перепроходить неохота что-то.
Ну, раз уж начал, надо это проходить. Перепроходить. Все бывает, ничего страшного. Так, нам дают. Наконец-то научная хренотень. Научная хренотень. Да, нам дают научтень. Это может, это не может не радовать. Это самое крутое оружие. Лазерная винточка. Но да, второе прохождение у меня было куда хуже. Я на это под прессом этим, где пресс был, очень долго проходил. У меня жизни там оставалось минимально, и это поэтому. Очень много было фейлов, перезагружался 100 раз. Вот. Там минут 10 точно был. Вот, и здесь вот... Хейлами пытался выживать вот этими. И еще в одной комнате я там застрял. Ну как застрял, тоже очень долго. Чак, что тут у нас? Во, вот эта вот комната, конечно, упоротая, конечно, немного. Тут вообще придумали. А, как тут еще вот с ними можно, а? Я просто не представляю. Столько вот так напалмом. Тут отбиваться надо. Вот Клир уже тоже представляет большую угрозу. Ой-ой-ой. Ой. Чёрт. Упс. Я думаю, пора закончить. Это пока сейчас тут, пока не грохнули нахрен. Или придется супербомбу применять. Которые есть. Ну и, конечно, жалко. Вот это я летаю уже здесь. Такие голоса доносятся. Я так и знал, я так и знал. Я так и знал. Так, немножечко переключимся. Сразу перенеслись и снова зажжем. Надеюсь, в этот раз все будет намного лучше. Эти ловушечки всякие здесь. Мужики! Я вот всегда вот тяну до последнего, думаю, пронесет. И оказывается это. Я ошибаюсь. Где этот? Здесь не пойдет вот это оружие-то? Как бы в себя только не попасть. Нет, наверное, все-таки я думаю, это ущерб будет. Это было совсем близко. Забавно. А-а-а! Дядьки орущие. Не надо, пожалуйста. Я уже теряю управление иногда. Черт! А, хел взял. А, кто еще? Свинца не. Ох ты! Гады. Давай, давай, детка. Отлично. Рюкзачок. Здесь есть
Еще один секрет. Сейчас покажу. Ну, здесь вообще подобных много секретов. Целая, как сказать, ветка таких. Вот, выделяющийся факел с искрами. Не у всех факелов вот есть искры. Сюда, короче, вот так вот попадаем. И здесь вот наверху вот как раз мы... Блять. Секретная броня. Немножко вперед. Ух, я думаю, хорошо, хоть еще можно телепортнуться. Да ладно. Как? Я ж нажал, что не прыгнул-то? Ну, наверное, можно будет, пока не возьмешь броню. Сука! Наконец-то. Ю-ху! Идем дальше. Чекпонимся сразу. Да, чекпонимся, потому что здесь сейчас очередная жопа будет. Так, что-нибудь взять надо. Не знаю, напалм самый здесь, в принципе, неплохо. Не успел. Так долго горел. А, он не может взять. Ну все, спокойно, не надо. Все? Все? Нет, не все. Так, надо немного хелами зарядиться. Перед тем, как идти дальше. Я уже что-то и не помню, что там дальше будет. Да, у меня тут еще пропадают иногда звуки. Бляхер-мухер. Ну давай, последний. Да. Идем. Так. Там вот этот демон. С тобой сейчас разберемся. Так, здесь есть один секрет под лестницей. Только тут еще клир резко выскакивает. Появляется. Найдено секретное здоровье. Божественно. А теперь нужно нам забраться наверх. Еще один секрет будет. Какой там по счету уже? Здравствуйте. Не пропустить окно бы. Во! Вот он секрет. Маленький демон. Че так? Блин, кого только нету. Да ё-моё. Упс. Да откуда вы тут появляетесь-то? Сука! Реально, откуда? О, боже мой, ты убил блондинчика! Я не знаю, к чему это... О чем? Что за блондинчик? К сожалению.
Похоже, они все сверху спустились. Ракеты. Ой, бычок. Здесь бычки, конечно, как-то не самое лучшее. В таком месте. Так. Вечеринка? Сдохни, ублюдок. Вот, правильно. Тебе туда. Вот, молодец, чувак. Я, конечно, извиняюсь, если тут пропадать будет звук. У меня просто тут некоторые неполадки. Так, что у нас дальше? Серьезно? Так, здесь есть еще один секрет. Опять же, факел с искрами, но он может быть копительный такой же. Сломанный телепорт. Здесь не видно, дорожка есть. Ноги сразу вперед. Надо, а тут надо как-то прыгать. Опа. И главное не упасть вниз там. Правильно все сделать. Вот так вот. Секретная броня. Отлично. Идем дальше. Дальше, по-моему, та самая упоротая комната будет. Помню ее. Я на ней долго куковался. Ну да, вот она. Нет, интересно, правда, комната, но здесь слишком уж. Эти лягушки меня все время убивали. Ну я сделал проще. Я вот так вот на змейку. Вот здесь вот гранатометом. Какое-то время стоял. Но недолго. Еще немножко побольше соберем. О, да. У них так много на самом деле здесь. Две брони. О, они у меня растают. Упс. Входим. Не нужно жизни. Берем пушечку. Совсем проблемы с этим звуком. Просто доебал. Я чуть не сдох здесь. Неужели я пройду? С первого раза. Без фейлов. Это же просто прекрасно. Черт. Блять. Не буду их убивать. Иду дальше. Так. Супербомба. Третья. Четвертая, может быть? Нет.
Туда одну надо использовать. Чему бы нет? Че зря, добро пропадать, правильно? А вот так вот. Три бомбы — это хорошо. Так, здесь еще секрет, надо уничтожить, по-моему, все факелы. Вот сзади нехорошо. О. Патрон для пушки. 21. Ух, я помню. Я помню. Здесь чуть-чуть в конце меня немножко уже подвалили. Что-то у меня запись пошла. Установить демо. Так. Слышу. Динозавриках. Ладно. Красненькие уже пошли. Это, мне кажется, их тут многовато уже, нет? Ладно, берем бомбу, доела. Я сейчас сдохну. Может, вот так вот взять? Ой, бычки! Не хочу бычков. Долго, а? И там еще. Вижу. На, сучка. Получай, еще где-то один. Вижу. Все? Это прекрасно. Иначе мне крышка была бы. Там вот есть секрет. Если я не сдохну после него, мы сейчас за ним сходим. Нос чешется еще. Так. Блять. Чего не будет? Больших хэлла. Секретный фестиваль ракет. Да причем их тут много там. Все в ракетах. Все. Значит, все. Идем дальше. Еще
больших хелы, большое здоровье, большая броня. Большой сундук. Ой. Шипы. Шипы, это плохо. Итак, заканчиваем эту карту и этот уровень. Заканчиваем первым боссом. Кукульман, по-моему, называется. Понимся. Мои огненные кулаки ярости уничтожат тебя, мерзавец. Ну что, и понеслась. Ура! Первого босса победили. Слышите этот
Шум. Это тихо. Это тишина. Спокойствие. Разве такое возможно в крутом цеме? Поверьте, возможно. Но недолго. Все, можно выбираться. Осталось пройти в центр. Ну что же, мы прошли уровень, прошли первую часть игры. Одну треть. Можно сказать, наверное. Так, что, мы убили 523 из 595 врагов, 8 из 11 секретов. Ну, неплохой результат. Опять же, я показал секреты, которые я знаю, помню. Стараюсь не забывать секреты. Вот. В следующий раз мы начнем новую местность. Зиккурат. Немножко окунемся еще ранее во времени. Еще до. Вот. На этом наш выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.